Вход в парк Гюльхены. Сегодня дождь. Такая не очень, конечно, погода располагающая прогулкам. Но мы здесь походим, посмотрим. Красиво. Зелено, чистенько. Можно пофоткаться, погулять. Подышать воздухом. В парке и фонтанчики есть, работает, все красиво. Ну, мест для фото много, особенно если был бы еще день солнечный. Красиво. И такая атмосфера старинного замка присутствует. Цветочки, клумбы. Здесь тоже красиво высажены декоративные скамейки. Какой-то дядька сидит. Такой парк в прямом центре Стамбула. Неплохо. Так, вот этот еще один вход в парк. Их тут несколько. Видите, он такой старинный, как крепостная стена. И как современная часть Стамбула. Это трамвайчики. Узкие улочки, и по ним ходят такие большие четырехвагонные трамваи. Сначала даже немного стрёмно. А, даже 5 вагонов. Даже 5. Прикольно, короче. Не, все-таки 4, что я просчитался. Гуляем, несмотря на погоду, очень атмосферно. Ну, дождик есть, такой небольшой, но это фигня. Мы здесь будем всего 4 дня, так что времени на терять нам нельзя. Вон еще трамвай идет. Часто ходит трамвай. С транспортом проблем нет. Можно добраться везде, куда угодно. Трамваи, автобусы, паром парит по морю, по Босфору. Мы сегодня опять в парке Гюльхене. Вот там прям рядом наш отель. То есть через дорогу буквально перейти. Сегодня первый раз мы были здесь во время дождя. Сейчас, ну, дождь шел переменно. Сейчас дождя нет. Людей, как видите, много. Тогда мы были в абсолютно пустом парке. Буквально там 2-3 человека кроме нас было. Сейчас люди. Здесь есть людей много. Они ходят, приходят, уходят, фотографируются. Здесь много интересных зон красивых. Ну, в общем, такая зона отдыха в центре Стамбула. Хотя бы вообще парков в Стамбуле много. Маленьких, побольше. Много красивых мест. Ну, здесь еще плюс фонтанчики.